текущем году, как и в прошлом, проходит голосование за благоустройство общественных территорий Каспийска. Горожане отмечают положительные изменения облика муниципалитета, поэтому и сейчас активно принимают участие в выборе общественного пространства и считают это долгом каждого. Мы живем здесь, наши дети, внуки здесь живут. Конечно, наследство наше, которое остается здесь, должны видеть благоустройство в этом городе. Запускать город нельзя. Вы слышали о нашем голосовании, которое проходит на город Среда 05? Здравствуйте. Да, я об этом слышала и еще и приняла участие за благоустройство объекта по улице Назарова, поскольку я непосредственно там бываю, и призываю также всех горожан голосовать. В последнее время я замечаю, как изменяется город в лучшую сторону благодаря нашему слову. Даже по улице Азиза Алиева, посмотрите, как красиво сделали и благоустроили. В этом году на голосование вынесены следующие городские пространства, которые будут благоустроены в 2025 году. Бульвары по улице Орджоникидзе 19Б, улица Ленина 33Г, площадь у мечети имени Фатхуль-Ислам по улице Эмирова 77В, скверы по улице Батманова 3В, у стелы памяти пограничников, членов их семей и гражданских лиц, трагически погибших 16 ноября 1996 года, и по улице Назарова 1Б. Набравшие наибольшее количество голосов объекты будут благоустроены в приоритетном порядке в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Выбрать ту или иную территорию можно на сайте 05.городсреда.ру и обратившись за помощью волонтеров, которые находятся на площади имени Ленина, в парке имени Халилова, а также возле магазина «Зеленое яблоко».